Всем привет, 17 августа, сейчас вечер, пчела идет домой, да и тучки идут. Вот эту семейку я показывал, как ограничивал матку внизу, было видео в июле. Сейчас покажу, что здесь по меду. Ну, покажи со стороны, что два корпуса здесь. Я уже понял, что сильным семьям карники два корпуса оказалось мало по этому сезону. Надо было сверху хотя бы даже бросить было овощины, корпус у меня были, запасные остались, суши не было. Потому что, возможно, им некуда было, в один момент некуда было складывать напрыск. Вот он, зеленоватый васильковый мед. Здесь вот не запечатанная крайняя рамка, а низ запечатанный над гнездом. Здесь печатка. Я вот этот вот сейчас либо заберу, либо на крибек поставлю. Либо выйду, сейчас посмотрим. А этот низ брошу и заберу потом. При окончательном отборе, как у всех. Капает, но немножко не вытру, потому что сейчас вечер уже, воровка ничего не успеет сделать. Я уберу все это. Решетку прижми пальцем. Опять? Держи. Да. Полная печатка до низу. Тут нужно маленько учиться с карникой работать. Надо мед ранний скачивать, темный, и давать на второй раз. Видно, что и мало этого объема. Ну, конечно, корпуса тяжело ворочить. Но постепенно количество магазинов на пасеке увеличивается. И, возможно, скоро будем только магазины под мед. Но не думаю, что очень скоро. Еще понадобится, наверное, не один сезон. Сейчас посмотрим, как корпус выдувает. 230-й. Я выдувал уже. Ну, 0,6 киловатта. В принципе, хватает почти. Как раз там наросты не пускают пчелу вылететь. На рамке не раздвигаю, потому что полный сразу рвет что-нибудь, где-нибудь мед бежит. Сейчас на тачку. Пузо не рвать. Одна из сильных карник вот это вот. Я было три магазина и корпус. С корпуса уже забирал мед и сюда от других семей добавлял недобитый. Сейчас решил магазины вот снять. Вот верхний корпус. Вот магазин был третий. Под корпусом. Печатка снизу. Второй вот. Печатка рамок снизу. Вот это третий. Снимать. Да, вот секционный. Я смотрю, печатка снизу есть. Тут вот не до конца запечатаны. Я этот еще оставлю. Просто разверну его. В рамке ушко отломалось. Приходится мне так ее ставить, чтобы подпечатали уже, скачать ее. Ну, сейчас пока гроза не началась, попробую воздуходувкой быстро сдуть. Думал крибек ставить, дождь начинается, но вроде бы пока затишье.
отличная семейка. Вот так вот работаем. Все, пока.